Как называется этот знак? Как называется этот знак? Плюс. Правильно. А еще по-другому мы будем говорить про этот знак прибавить. Прибавить. Да. И еще я вам знак покажу. Вот этот знак, посмотрите. Равно. А при чтении примеров, когда мы будем решать, мы будем говорить «получится». Это шестилетки. В Качкуровской средней школе, что в Дубенском районе, уже давно существует нулевой класс, где ребята осваивают азы знаний, привыкают учиться. Возглавляет педагогический коллектив народный учитель СССР Степан Ильич Дергачев. Он по праву может считать себя учителем или добрым советчиком каждого жителя в Качкурове. Тридцать лет работы. Вот и новое здание строилось под его руководством. Ребятам в школе прививают навыки самостоятельности, ответственности. Ученический комитет распределяет трудовые задания. Их у школьников много. Есть свой пришкольный участок. Надо пасеку укрыть от морозов. А на малых фермах и крупный рогатый скот, и поросята, и совсем немалый доход, который оборачивается бесплатным питанием в школьной столовой, туристскими путевками, оборудованием для кружков. И еще приобщением ребят к настоящему труду. Солдат Великой Отечественной, награжденный боевыми медалями, Степан Ильич и в мирное время удостоен ордена Трудового Красного Знамени. А в начале декабря первый секретарь Мордовского обкома КПСС Анатолий Иванович Березин поздравил Степана Ильича Дергачева. Имя народного учителя занесено в книгу трудовой доблести и героизма республики.